Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня суперский день. Мы с Мисаней приехали на день рождения ее подружки. Мы в очень интересном месте, поэтому я понемножку вам попробую показать, где мы. Мисаня сейчас делает, там ее рисует аниматорша, такая девочка красивая. А мы с вами сейчас придем и посмотрим. Тут очень интересный парк для детей. Тут можно праздновать и дни рождения, и свадьбы, много-много всего. Сейчас я вам все покажу, а потом покажу, чем мы занимаемся тут. Ну вот, смотрите. Вот тут идут какие-то для детей, наверное, для мальчиков, я так думаю. Вообще, сейчас покажу, как, сколько места и как красиво тут. Тут батут, парк. Там вот, вот там мы сидим, там Мисани. Тут вот, смотрите, так очень-очень все красиво, нарядно. Конечно, жалко, что с погодой немножко не повезло. Но все равно не льет дождь и совсем тепло. Тут вот так. Тут какая-то вот такая, вот видите, как, я даже не знаю, тут немножко даже мне страшновато войти, но я все равно, наверное, войду, покажу. Вау! О, как тут как-то немножко не очень-то, да, скажите? А, тут, наверное, знаете, охотничья какая-то. Тут дверца еще какое-то. Ой, ой, страшно. Все, идем отсюда. Боюсь, боюсь, боюсь. Ну вот, потом вот здесь, смотрите. Можно играться, можно лежать. Ну, красиво очень. Смотрите, как тут красиво, да? Ну вот, тут такая вот интересная вещичка. Ну, давайте ляжем, давайте покачаемся вместе. Ну, давайте, если я не упаду. Ой, я упаду, наверное. Не очень-то тут меня лежаки. Тут мостик такой сделан. Написано «не нырять» почему-то. Давайте, вот тут. Ну, давайте. Ну да, нырять как-то тут нырнешь, так, наверное, тут не глубоко, я так думаю. Места очень много, весело. А там женщина приехала с шариками. Вот она сейчас их делает, сейчас я вам покажу, что там происходит и чем там занимаются детишки. Очень-очень все круто, очень все весело. Вот, смотрите, сейчас детям дали попробовать. Все сделали сами. Так. Вот, смотрите, как классно. Девчата делают. Вау. Такие приборы какие-то интересные. Вау. Она объясняет, эта женщина, как надо их делать. Сейчас попробую найти Мисани, где она у нас. Вау! Пока-пока! А вот и Мисаня, она уже сейчас я подойду. Ребятки, тут и канал, там и наша Мисаня. Видите, вот еще курочки. Смотрите, какие вот красавицы. Вот какая такая вот у нас курочка. Вот какая красивая. Красавица. А тут, смотрите, голуби какие красивые. Тут какой красивый. Павлин, да, павлины. А там какая красивая. Ой, а тут кролики, я видела, он спрятался только что где-то. Вот, смотрите, а кто же тут у нас такой красивый? Вау!
А за нами ходит павлин, да, ходит. Он, бедолага, хочет что-то, вкусняшку какую-нибудь получить от меня. У меня ничего нету. Ну, пойду со стола что-нибудь ему дам. А тут, ну, и уточка, наверное. Смотрите, какая красивая. Спит себе, но смотрит на меня. Все, не буду мешать, не буду мешать. Будем ждать мисс Сани, пока придет. Ну, супер. Ну вот, сейчас я встану как-то вот так, чтобы всем показать, как мы тут сегодня весело проводим время. Я жду, пока мисс Сани к нам придет. А где она? А нет, еще рисует. Друзья, ну что, я выйду немножко в эфир, а то очень как-то получается не очень весело. Я буду ждать, пока Саня ко мне придет, и мы обе с вами, наверное, и поздороваемся, и сразу скажем пока-пока-пока, да? А потом еще что-то и покажем. Будет тортик, у нас будет тут сегодня очень-очень все классно, и будет очень весело. Вот, смотрите, какие еще домики я нашла симпатичные, сейчас я вам покажу, очень-очень красиво. Вот, смотрите, какие домики красивенькие, прямо как у бабушки где-то в деревне, наверное, да? Мы очень сегодня тепло одеты, у меня просто куртка вообще зимняя сегодня, потому что думали, что будет очень холодно, но, знаете, когда все время двигаешься, тогда не очень, да и холодно. Ну, будем ждать, пока мисс Аня придет, хорошо? Сейчас. Ну, давайте. О, какой красивый шарик. Полетел, полетел, полетел. Смотрите, как уже у ребят хорошо выходит. Вау! Такие приборы интересные, видите? Супер! Ну давайте, мисс Аня, сейчас покажу, какая красавица. Она уже у нас превращается в какую кошечку, наверное, да? Что, друзья, вот так у нас сегодня происходит наш выходной. Супер, супер. Ну, давайте я вам еще что-то найду, покажу. Тут вот, смотрите, такая лестничка есть. Но я что хочу сказать, что для детей очень-очень суперское времяпровождение, потому что тут все очень активно, и некогда скучать детям. Это правда. Это правда. Скучать точно не приходится. Аниматорша очень красиво с ними занялась. Я жалко, не успела включить камеру, чтобы показать, как она красиво с ними тут танцевала. Поэтому я надеюсь, что я еще сегодня один ролик сделаю, когда уже мисс Аня ко мне прибежит. Вот тогда мы еще с вами обязательно посмотрим.
А пока у нас праздник шариков этих надувных. Смотрите, что тут делается. Я прямо в восторге, я даже не могу отойти, как красиво. Вот и папа, и мама уже все стараются. Вот эта вот женщина, это мама Санины подружки. Вот. А вот, а вот тут уже вот так вот. Вот идут, идут, идут. Очень интересно. Прекрасно прямо, смотрите. Вот. Вау, как красиво. Супер. Вот так вот. Вау, вот это шарф. Посмотрите. Вау. Прямо пришельцы прилетели. Знаете? Где наша мисс Сани? Где наша девочка? Вау. Супер. Супер. Вот, вот, вот. Сани! 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 Покажись на минуточку. Вау! Привет! У тебя в блёстках. Как красиво, Сани! Ну дай пять. Давай, я не буду тебя беспокоить. Так что, друзья, давайте, ставьте лайк и подписывайтесь. И всем пока-пока-пока!